Всем привет! В эфире Таёшкины сказки, и я ее ведущая Настя. Всем-всем-всем! Срочное сообщение! Таёшкины в космосе! Мультяшки рулят! Ёжик, привет! Что случилось? Важная новость! Югорские анимашки вышли в открытый космос! Они настоящие герои! Ёжик, не хвались, у нас тоже есть космический герой Сергей Рыжиков из Нижневартовска. Дорогие земляки, рад приветствовать вас с борта Международной космической станции. С горячим приветом, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков. Ребята, а вы знаете, где находится Таёшкин космодром? Он находится в Нижневартовске. Я знаю, а вы не знаете. Давайте вместе с мультяшками отправимся в космос. Ключ на старт. Поехали! Опа! Красота какая! Ведь? Ого! Луна красавица! И я красавчик! Классные снимки! Опачки! А это что такое? Не понимаю. Что такое? Кто мою ракету так изгадил? Руки оторву. Где мой суперочиститель? О, пошло. Другое дело. Ух, устал. Хоть прилягу на чуть-чуть. Опа! Ой, устал! Оно еще и плачет! Да не реви ты! На! А это? А вот! На! Понравилось! Полегче! Да! Это моя планета. На, хомяч. Слышь, зеленый. Мне пора домой. Не грусти. Еще увидимся. А это тебе. Пока. Анимашки из Нижневартовска! Спасибо за мультик! Я думаю, то, что среди ребят подрастают будущие космонавты, и они обязательно встретятся с инопланетянинами. Я тоже так думаю. В эфире были Таёшкины сказки. Всем пока-пока!